Так, всем привет. Давайте я быстро начну свою презентацию короткую, расскажу про маркетинг-план клуба Incruzis. Сперва, конечно, расскажу о себе, как я пришла в этот клуб. Меня зовут Асиль Терекова, мне 30 лет. Я являюсь сеньор-маркетинг-директором клуба Incruzis. Это получается... Сеньор-маркетинг-директор – это человек, который зарабатывает здесь бонусы за рекомендацию нашего клуба, да, и путешествую бесплатно за счет компании. Вот. Я пришла в клуб в 2019 году как путешественник, потому что меня привлекла эта тема тем, что это... путешествия по всему миру, то, что за 5 лет можно объездить весь мир. И действительно, в то время я работала на вахтовом методе, на Тенгизе, я сама из города Трау, сейчас переехала в Алмату с семьей. И тогда я была не замужем, конечно же, до Incruzis я путешествовала. И меня эта тема действительно привлекла, и я вступила в клуб, потому что моя мечта была показать своим родителям другие страны, как бы, да, показать им, что такое путешествие, да, потому что как-никак наши родители постсоветские люди, которые нигде не были, кроме там Чимкента, наверное, и вот этих санаторий, да, только. И моя мечта была показать родителям другие страны. До Incruzis я, да, вот, как говорил, путешествовала одна всегда, потому что, чтобы путешествовать с семьей, естественно, нужны большие деньги, чтобы, да, на всю семью, чтобы покупать, естественно, билеты, туры и так далее. И я постоянно путешествовала одна, но вот эта мечта меня никогда не покидала. И я, когда мне предложили, я сразу вступила на свой день рождения, кстати, 25 августа 2019 года. В 2019 году я вступила в клуб Incruzis и начала копить по 100 долларов. И я начала копить, естественно, этот был 19 год, в 20 году наступает пандемия, и в то время, несмотря ни на что, я копила, потому что я знала то, что я когда-то поеду в круиз, и в 2021 году, в декабре, я поехала в свой первый круиз по Персидскому заливу на 14 дней. Но уже в 2021 году, в начале года, я начала строить бизнес в этом клубе тем, что я просто начала рекомендовать этот клуб, что можно не просто выгодно путешествовать, а можно и бесплатно, да. Также можно зарабатывать в этом клубе хорошие бонусы за рекомендации. Вот. И в 2021 я съездила 14-дневный, да, бесплатно круиз за счет компании Incruzis. Это было, там мы увидели Дубай, Абу-Даби, потом мы были в острове Фуджейра, остров Сирбаньяс, это остров шейхов, да, где только на лайнере туда можно попасть. Оман мы увидели, я увидела, кстати, я училась в Англии, и представляете, через сколько лет, через 7 лет, скорее всего, да, 7 лет, через 7 лет я увидела в Омане своего однокурсника, представляете, если бы не Incruzis, я бы никогда бы, ну, как бы никогда бы в своей жизни, ну, в Оман я бы точно не поехала бы, потому что, ну, своими этими, да, потребностями. А так было классно. А потом в 2022 году, в прошлом году, я вывезла своего отца первый раз в Европу. В 70 лет он получил визу в Европу, хотя вначале он немножко боялся, переживал, то, что он никогда не выезжал, очень далеко никогда не выезжал. И для него это было немножко, да, стрессово, но несмотря на это, он классно отдохнул, и уже он хочет действительно следующий круиз, вот, теперь хочется, да, чтобы вся семья уже поехала в круиз, потому что первое это было как бы пробное, папа увидел
Европу, он увидел Барселону, он увидел города Италии, он увидел даже Северную Африку, город Тунис. И ему действительно понравилось то, что на лайнере вот этот сервис, еда, обслуживание, то, что вот эти шоу-программы, все-все-все было шикарно. И я каждому желаю, чтобы ваши родители также вместе с вами путешествовали и благодарили вас, потому что это классное ощущение, когда именно родители благодарят вас за то, что вы просто показываете им мир. Вот, давайте теперь не буду долго рассказывать о себе. Я быстро сейчас переверну камеру и начну с презентации и расскажу про наш клуб, да, почему выгодно путешествовать в Сан-Крузес. Так, сейчас. Надеюсь, всем видно. Как вы знаете, да, вот клуб Инкрузес, вообще до этого было у нас только лайнеры, теперь нам добавились еще отели, курорты, резорты, да, получается, у нас компания немножко поменяла свое название, как Ингрупп, да, ребрендинг сделали, и скоро будут, скорее всего, еще одни другие продукты, которую мы до сих пор ожидаем, да, вот, это как бы моя презентация, ну, как вы знаете, человека делают счастливыми три вещи, это любовь, интересная работа и путешествие, да, а вот эта девочка я, как вы знаете, да, вот, я говорила, да, выше, то, что я путешествовала всегда, видите, здесь одна, и всегда хотела с семьей, да. Вот. Мы прокладываем маршруты, наводим мосты, мечтаем по-крупному, да, это моя команда, это не просто команда, это мои близкие, родные, подруги, коллеги бывшие, да, коллеги коллег, одноклассница, одноклассниц, подруги, короче, сестренка подруги, подруга подруги, да, там. Так вот, да, это как бы сарафанное радио. Мы предлагаем всем своим близким и родным такие классные путешествия, которые может позволить себе каждый. Теперь 5 причин, почему круиз – это лучший вид отдыха. Так, во-первых, это по цене, да? Он подходит для любого кошелька от эконом, премиум, элитных круизных линий в лакшери-сегменте, да? Здесь, как вы видите, это наша квитанция в Европу с моей подругой. Здесь нам обошлось 858 долларов на двоих. Это Италия, Испания, Франция. Так, три страны, 5-6 городов. Да, это было. Это получается по цене, ну, если разделить на одного человека, то выходит 93 тысячи тенге на одного человека. Так как здесь у нас уже удвоенные с бонусами, да, баллы, да. То, что классно, компания нам всегда удваивает наши как бы деньги в виде как бы travel баллов, да. Также есть на лайнере, как и в отелях, круглосуточное питание. Это не просто питание, здесь есть вся кухня, мировая кухня, есть и американская кухня, мексиканская кухня, там есть фастфуды, да, вот эти, есть морепродукты. И то, что классно, на лайнере есть не просто буфет, да, где ты вот так вот просто себе берешь, да, понравившуюся еду, а также есть рестораны, несколько видов ресторанов, где вы заказываете себе еду, где меню без цен. И также к вам прикрепляется такой вот официант. Если у вас там круиз 7 дней, 7 дней обслуживает вас официант, один и тот же официант. Это так классно. И то, что здесь еда очень вкусная, тем, что здесь готовят самые лучшие повара мира со звездами Мишлен, да. Если не знаете, то можете прогуглить, что такое звезды Мишлен, да, это самые лучшие повара мира. Вот так вот, если вот вам понравилось вот это блюдо, вы можете перезаказать эту еду, и действительно это все бесплатно, то есть включено в стоимость. Дальше, что еще включено в эту стоимость? В стоимость включено проживание, да, как бы каюта называется, на каютах здесь комнаты, да. Бывают внутренние каюты, вот такие вот, да, без окон. Бывают с окном, вот, бывают с балконом и бывают двухэтажные там сюиты, комнаты, да, для там 5-6 человек или больше, да. Чем больше ваша каюта, естественно,
там по цене она тоже выше, да? Но ничем они не отличаются. Если вы собираетесь в первый круиз, то я вам советую просто вот такую вот внутреннюю каюту, да, тем, что вы на лайнере просто идете в комнату только спать, потому что у вас нет времени целый день находиться в комнате. А так на лайнере все есть. Там есть туалет, душевая, туалетные принадлежности, тумбы, столик, сейф, там телевизор, холодильник и так далее. Да? Дальше что еще? Чем привлекательны круизы? Подходит для любителей релакса, ну и для любителей активного отдыха, да, для тех, кто любит адреналин. На лайнере есть гольф, футбол, теннис, фитнес-центры, там есть там ледовые катки, аэротруба, скалодром, серфинг, да, ну, зависит от лайнеров, конечно, от размера лайнера, от видов лайнеров, от линий круизных. В основном на лайнере есть вот такие вот развлечения. Бывают разные вечериночки на разную тематику. Тоже включено, все это включено в стоимость вашего круиза. Дальше у нас для любителей релакса есть несколько видов бассейнов. Вот такие вот, как открытые бассейны, есть закрытые бассейны, есть джакузи, там сауна, спа, казино и так далее. Тем, что классно здесь, допустим, если вы не успели искупаться на море, то на лайнере, что классно, здесь настоящая морская вода. Да, это не хлорированная, потому что везде сейчас там, допустим, если в спа-центр пойдете или какой-то там бассейн пойдете, там сходите, да, там вся вода хлорированная. Тут на лайнере вся вода морская. Спа-процедуры, естественно, они везде платные, допустим, если хотите в парикмахерскую или там, если хотите какой-то массаж получить, то, естественно, это все платно. И казино тоже на свои деньги играют люди. А также, допустим, на лайнере есть несколько, ну, очень много видов развлечений. Есть цирк, театральное шоу каждый день бывают, танцевальные мастер-классы, семинары бывают, белые вечериночки, где каждый человек одевается все белое, и ну да, на лайнере все, допустим, если там 4000 пассажиров, все именно на эту тематику одеваются в белой одежде. Также есть музыкальный бар, дискотеки, караоке, ночной клуб. Все это включено в стоимость вашего круиза. Дальше самое классное, есть круизные линии, где детям до 16, до 18 лет практически бесплатно. И также есть детские комнаты. Что это такое? Да, на лайнере, допустим, ну, на путешествии многие не едут, потому что говорят, что с детьми это нереально, то, что это ну, как бы с детьми отдыхать невозможно. А на лайнере есть специальные детские комнаты, по-нашему это как садики, да? Детские сады, где вы можете ставить своего ребенка. По группам они делятся, от нулевого начинаются. Есть нянечки специальные, где кормят, играются, учат, да? И проводят разные мастер-классы. И вы спокойно можете ставить своего ребенка в этом клубе, да? Можете не беспокоиться, потому что за вашим ребенком хорошо присмотрят. Есть и разные игровые автоматы, ростовые персонажи, есть аквапарки, ледовые катки, автодром. Все это включено в стоимость вашего круиза. Ну и, естественно, самое классное, это за одну поездку вы увидите несколько стран, несколько городов. Тем, что, допустим, вы на 7 дней поехали в какой-то круиз, вы минимум увидите 3-5 стран. 3-5 стран и 5-6 там, или 7 городов, да, потому что этим и отличаются круизные путешествия, то, что если вы отдыхаете, ну, в основном многие туры, они 7-дневные отдыхают в одном отеле, один пейзаж, одна еда, одна и та же еда, одно море, а тут вы увидите несколько городов, несколько стран, и это самое классное путешествие вообще, которое запомнится вам на всю жизнь. Что такое теперь круиз вообще? А многие там говорят, что это какая-то, ну, это какая-то там пирамида или там что-то еще, лохотрон и так далее, да. А вот эти приложения, да, приложения, как еще называют их, маркетплейсы, да. А вот эти маркетплейсы мы каждый день используем. Вот это элементарно, авиасейлс. Мы приобретаем здесь билеты, да. И мы знаем то, что именно этот сайт объединяет все мировые
авиалиний, да, мы знаем то, что у них нет личных авиалиний. InDriver, там Яндекс, Uber, да, мы кажется используем эти приложения, чтобы заказать себе такси. Хотя мы знаем то, что у них нет личных своих автомобилей, но они объединяют все городские автомобили города. И booking.com элементарно. До этого всегда мы бронировали через booking.com, тем, что мы уверены, тем, что мы обязательно попадем в забронированный отель, да? Booking.com объединяет все мировые отели мира. Через этот сайт мы просто себе находим отель и бронируем, да? Есть также привилегии тем, что для постоянных людей, которые бронируют, для лояльных, да, клиентов booking.com, они дают свои бонусы тоже. У нас то же самое, да, у нас есть свой сайт booking, да, у нас 21 тысяча направлений по всему миру. Получается, весь мир можно объездить, так как на воде, да, не этот, не на суше, а на воде можно объездить весь мир. Места, которые нужно, ну, которые ты не можешь попасть на самолете или так далее. Только на лайнере можно попасть на некоторые острова, города. Вот. Вот такой вот наш сайт выглядит. Захотели, допустим, Грецию, захотели в Аляску, захотели там Европу, Гавайи, да, Карибские острова. Все-все это есть на нашем сайте. Вы просто выбираете вот себе понравившееся направление, сколько дней вы хотите, да, когда вы хотите, в каком году вы хотите. До 25 года круизы доступны на этом сайте. После бронирования вам приходит вот такая вот квитанция, тем, что это доказывает, что ваш круиз забронирован, и через эту бумажку вы можете уже подаваться на визу. Это доказывает то, что компания еще раз легальная, да? Примерно вот такой вот маршрут начинается, который Барселона, потом Пальма до Майорка, третий день, там Франция, Марсель, Италия, Ливорно, четвертый день, пятый день, там Чивитавеккия, Рим, да, Италия, на Неаполь, Италия, седьмой день обязательно на море и восьмой день Барселона. Это получается каждый день у вас новый город, новая страна. За 7 дней вы увидите минимум 3-5 стран, 3-4 страны и 5-6 городов. Вот так вот маршрут направляется, хотя есть разные маршруты, которые уходят там из Турции в Грецию, там из Европы в Америку или там из Дубая в Азию. Это все по вашему усмотрению. На сколько дней вы хотите даже, вы можете забронировать. Можно двухдневный круиз выкупить, можно 10-дневный круиз, можно вообще на месяц поехать в круиз, можно вообще там за 6 месяцев путешествовать на круизном лайнере. Это все по вашему выбору и, да, по услугам, ну, как бы, все это индивидуально, и каждый выбирает себе понравившийся круиз, понравившуюся страну. Они, у нас не просто там Дубай, Египет, там Турция, да, у нас расширенные, более расширенные страны, список городов, расширенный список городов и стран. А также у нас есть, в прошлом году нам добавился еще классный продукт, это отели, курорты. Получается, теперь у нас есть свой booking.com, да? Получается, мы бронируем себе отели через наш сайт, через наш личный кабинет, и нам за это компания дает вот такие вот классные бонусы, за то, что мы путешествуем именно с Inkruzes, да? Здесь у нас не просто отели, да, здесь самые лучшие сети отелей, как Marriott, Hilton, там, еще что, Radisson, там, сети, самые лучшие сети отелей мира, да, так что вы можете, если не хотите в круиз на лайнере, да, то вы можете просто забронировать на суше вот такие вот отели разных видов, да. Вот так они выглядят, то же самое, да, направление выбираете, более 150 тысяч международных направлений. Ну, естественно, чем различается, да, круизный отдых от обычных отельных отдыхов, да. Ну, что нам в основном предлагают туроператоры, это Турция, Египет, Дубай, 5-6 дней, там 6-7 ночей, там стоимость 600 тысяч примерно, да, проживание 5-6. Извиняюсь, и 6-7 дней у вас один и тот же отель, одна и та же еда и одно море, да, в основном. И
И в основном у нас Турция, Египет, Дубай, Черногория, Грузия и так далее. А что предлагает Ингрус? Это у нас круизное путешествие, новый вид отдыха. Это Европа, это США, это Азия. И не просто три стороны, да, а почти весь мир можно объездить на круизном лайнере. То же самое, почти цена. Ну, у вас каждый день новый город, новая страна. И этим и привлекательно круизные путешествия. А теперь насчет легальности компании. Компания зарегистрирована в 5 штатах Америки. Seller of Travel у нас есть, регистрация, легализация. Так что вы можете тоже проверить, зайти на сайт Seller of Travel, пробить номер и проверить, реально ли компания зарегистрирована. Как вы знаете, в Америке открыть, чтобы какое-то ИП или ТО, это все полностью проверяется от руководителей. Всю историю их финансовую проверяют. Не как у нас, то за 5 минут открыли ИП. Вот. И наша компания также является почетным членом Ассоциации международных круизных линий Клея, которая основана, да, в 1974 году. Мы являемся почетным членом Ассоциации Клея. Да? Это еще раз доказывает то, что компания очень серьезная, да. А насчет Казахстана, компания получила свой сертификат. У нас есть свой товар, свидетельство на товарный знак, что мы не являемся никакой финансовой пирамидой. У нас есть свой продукт. Это круизные путешествия, это как бы наше партнерство, это наш продукт. Только путешествия и все. Также по поводу страховки ваших денег, ваши деньги будут застрахованы финансовой компании, да, защитной страховой компании Trust My Travel. Вы можете тоже зайти на этот сайт Trust My Travel, прогуглить, да, и пробить членский номер. Все деньги наших клиентов, да, партнеров, которые каждый партнер себе купит, они застрахованы. Получается, вдруг, если компания разорится или обанкротится, все деньги, которые вы вложили со своего кармана, они полностью 100% вам возвратятся. Также у нас вот есть специальная наша карта, в которой мы получаем бонусы. Это еще раз доказывает то, что компания легальная, тем, что у нас есть своя личная карта. Хотя мы сетевая компания, но у нас есть своя личная карта, где мы снимаем свои бонусы. Да? В какой сетевой компании вы видите вот такие вот карты с лайнерами и с логотипом Ingrus? Да? Получается, чтобы получить вот такую карту, компания проходит полную аккредитацию. Вот так вот. Теперь как можно вступить в наш клуб? У нас есть два варианта. Либо вы просто вступаете как турист и копите, путешествуете. Вы не имеете права приглашать людей и рекомендовать. То есть, да? И второй вариант, где вы можете плюс путешествовать и при этом делать здесь, строить бизнес, давать рекомендации другим и зарабатывать, да, строить себе структуру, команду. Ой, извиняюсь. Далее. Вот у нас, куда здесь остановилась, да? Вот. Теперь при вступлении, да, $200, куда они уходят? Если вы вступаете как партнер, турист, как член клуба плюс партнер, то вы вступаете за $295. $95 – это шестимесячная годовая франшиза, да? Шестимесячная франшиза. Каждый раз, каждые 6 месяцев вы продлеваете свою франшизу, чтобы строить тот бизнес, да? Вступаете за $295, получается, 100 ваши уходят в голубой кошелек, у вас автоматически открываются две виртуальные карты, голубая и золотая карта. 100 уходит в голубую карту, это как членский взнос, то есть компания не забирает, но она остается в вашей виртуальной карте, в голубой карте, где вы можете ее использовать на бронирование отелей, курортов с 25% скидкой. А в золотой карте все ваши деньги всегда будут удваиваться в виде тревел-баллов.
Получается, здесь ваши 100 всегда превращаются в 200 travel баллов, и при вступлении за $200, к примеру, у вас уже на счету будет $300, да? И плюс, если вы хотите здесь строить бизнес, вы выкупаете франшизу на 6 месяцев $95. А далее у нас, допустим, как копят туристы, да? К примеру, первый месяц, вот это ваша золотая карта, к примеру, ваш уже в золотой карте при вступлении сразу будет 200 бонусных баллов. А у вас есть возможность только ежемесячно один раз пополнять свой счет. А мы не можем здесь положить туда сразу $2000 или там $3000, это не банк. А здесь своя система, ежемесячно по $100 откладываете себе на путешествие. А это специально средняя цена, которая сумма, да, где каждый человек может себе позволить, да, 45 тысяч тенге в месяц. А они удваиваются в виде travel баллов, ваши 100 превращают всегда в 200, да. А и, к примеру, вы увидели классный круиз на сайте, да, за $1200, накопили там 3 месяца по $100, естественно, они всегда будут удваиваться, у вас уже через 3 месяца будет 600 баллов, и вы уже можете, доплачивая $60, выкупить себе круиз. 50% всегда идут наличными, так как вы являетесь, к примеру, просто туристом этой компании, да, членом клуба. И, естественно, за то, что вы доплатили $600, компания вам голубую карту обратно как бы кидает 600 бонусных, то есть дает вам 600 бонусных баллов, чтобы вы смогли путешествовать дальше с Incruises и бронировать себе отели. Если вы, к примеру, партнер, то вот доплачивая $95, в любой момент вы можете стать партнером, сделать апгрейд и то есть выкупить, да, себе лицензию на 6 месяцев. И дальше вы можете уже строить себе бизнес, да. К примеру, от ранга маркетинг-директора, если у вас в команде уже, вот вы приглашаете людей, в команде у вас уже 15 более человек, то уже вы являетесь обладателем черной карты. Здесь вы уже 100% можете выкупить себе круиз. Как можно получить вот эту черную карту, да? Первое, у нас есть бонус, первое безоплатное лидерство, партнерство, да? Вы приглашаете, просто даете рекомендацию своим знакомым, близким, да, без разницы, вступает человек либо партнером, либо просто туристом, без разницы. Когда вы подключаете пятого человека, вот подключился, например, ваша подруга, там одноклассники, там однокурсники, сосед, там, или там друг, и когда вы уже подключается пятого человека, компания вам отправляет вот такой вот сертификат на 2400 долларов. Да? Это за год получается, компания обязуется год вам выплачивать по 200 бонусных баллов за то, чтобы просто пригласили, дали рекомендации. Ну, за то, чтобы просто хорошо сделали рекламу компании и сделали свою работу, компания вам дает как бы свой подарочек, да, за то, что вы пригласили в компанию новых путешественников. Естественно, есть второй бонус мгновенный, да. Вот это первый бонус, это безоплатное членство, где компания вам за 5 человек ваших активных, за 500 оборотов товарооборота, компания вам ежемесячно будет кидать 200 бонусных баллов. Второй бонус – это мгновенный бонус. Вот вы подключаете свою подругу, к примеру, получили за подругу $20 мгновенно, да, и это единоразно, да, платится. Подключили там друга $20, за каждого человека вы получаете по $20. Ну и есть самое классное, к примеру, если вы подключаете троих, вы получаете $60 мгновенно. И плюс у нас есть классный бонус активации месяца. За этих же троих вы еще получаете по 20. И общая сумма получается за этих троих за месяц. Если вы отключите троих, вы получите $120. Если вы подключаете за месяц 5 человек, то вы получаете $250. За месяц. Если вы подключаете более 10 человек, то вы за месяц получите $600. Это и есть мгновенный бонус в этой компании. Дальше у нас есть матчинг-бонус. Матчинг-бонус – это уже командно, да?
команда, когда делаете это, у нас мы также зарабатываем еженедельно. Это был как бы ежедневный бонус, так, где вы можете, если за каждое подключение, вы получаете сразу же ваши деньги. Есть у нас еженедельный бонус. К примеру, это вы у вас есть трое людей в вашей первой линии. Ваша, к примеру, одна подруга подключает двоих, вторая подруга подключает одного. Если вы делаете минимум три подключения, да, то есть ваша команда первой линии, если делает минимум три подключения за одну неделю. И плюс, вы, если вы хотите эти же деньги, тоже бонусы получить, то вы в понедельник, с понедельника в понедельник, то есть вы подключаете одного человека, всего лишь одного, и во вторник вы уже получаете эти ваши партнеры, эти же суммы уже получили. И за то, что вы просто подключили одного человека, вы получаете эти бонусы тоже. Классно? $100 вы получаете в понедельник, просто подключив одного человека. Это уже и есть командная работа. Также у нас есть лидерский бонус. Это ежемесячная зарплата. Как бы все мы любим стабильность и любим ежемесячно зарабатывать. Да? От подключения 15 плюс человек вы уже выходите на ранг маркетинг-директора, когда вы делаете 3000 оборотов. Если вы делаете 3000 оборотов, вы выходите на ранг маркетинг-директора и получаете от $300 и выше, да? Ну, по-разному все получают. Просто как бы указано, да, ну, как сказать, здесь не ограничено, да, тем, что если вы хотите больше заработать, то бонусов очень много, и здесь не $300, а можно даже $2000 заработать. Все зависит от вашей работы и работы вашей команды. Дальше у нас есть от 100 человек больше вы уходите на ранг senior marketing директора, и зарплата от $10,000 и выше, да. Дальше у нас региональный директор, это когда в команде 250 человек, это зарплата $5,000 и выше. Дальше у нас 500 человек, это национальный директор, это зарплата от 10 тысяч и выше, да. И есть интернациональный директор, это у нас от 1000 человек и больше, зарплата от 10, ну даже здесь сейчас, знаете, такие классные бонусы тем, что, вот, допустим, даже региональный получает иногда $20,000. Это все зависит от ваших, как бы, желаний, да, как вы хотите зарабатывать, потому что все зависит только от вас. Можно просто $300 заработать, или же там можно вообще больше заработать. Дальше у нас 2500 человек, это исполнительный директор, здесь $25,000 и выше. Здесь вы уходите на ранг, где вы можете получить от компании, от ваших вышестоящих спонсоров часы Rolex со стоимостью одной машины, да, или квартиры. Это дарят вам ваши вышестоящие спонсоры. Вот. Дальше у нас идет уже ранг борт-директора. Это в вашей команде 5500 человек. Вы выходите на зарплату $55,000 ежемесячно, да? И выше, да? Потому что есть очень много видов бонусов в нашей компании. Вот статус борт-директора в Казахстане сейчас. У нас 7 борт-директоров. И последний амбассадор борт-директоров, это когда в команде 10 тысяч человек выше и зарплата от $100,000 и выше. Да, у нас в Казахстане только один амбассадор и 7 борт-директоров. И все они женского пола. Да? Вот. Вот эти роликсы вам компания будет дарить, да? Поздравлять. Это наш борт-директор по всему миру. Это здесь не обновленный список борт-директоров Казахстана, да? И дальше у нас есть рекуррентный. Самое классное это в сетевом, это рекуррентный доход, это пассивный доход. От ранга маркетинг-директор вы выходите уже на рекуррентный доход. Это как, к примеру, если в вашей команде, к примеру,
Ну, вот это, допустим, вы и ваши 5 человек. К примеру, вы подключили в вашей команде маркетинг-директора, а вы выходите на рекуррентный доход. Эта компания вам за каждые вот эти счета проплачены, каждый человек платит кому-то, компанию закрывает, а за каждый закрытый чек, когда-то вы этим людям рассказывали, поработали с ними, да, за каждых этих людей, которые проплатили свои счета, вы получаете по $5 бонус, да. И если больше безоплатников, больше уровней открываются. Классно ли? И можно даже вот такие большие суммы просто заработать за рекуррентный доход. Некоторые получают $2000, $1000 и выше. За просто так, за просто, да, вот действительно, ничего не делая, можно зарабатывать в этом клубе. В принципе, я быстро рассказала. Я думаю, вам понравилось и было понятно. Я еще раз мы вступали в клуб, потому что сейчас очень много людей вступают в наш клуб путешественников, тем, что они увидели выгоду действительно, тем, что круизный отдых самый шикарный, и при этом можно на таких путешествиях зарабатывать. И самое классное то, что наш продукт не просто там, как в других табады, или там, что надо людей лечить. Мы просто путешествуем и зарабатываем. И это самая классная работа в мире. Всем желаю удачи. Если будут вопросы, пишите.